Музон представляет. Всем привет! Я ведущий Берик Сансызбай. Это проект Star Facts на телеканале Музон. Мы рассказываем о жизни популярных звезд и делимся самыми интересными фактами. Юлия Зиверт, звезда шоу-бизнеса, которая очень быстро стала известной. Как складывалась ее карьера и что происходит с ней сейчас? Не переключайтесь. Зиверт, российская певица. Настоящее имя исполнительницы Зиверт – Сытник Юлия Дмитриевна. Родилась Юлия в Москве. С раннего детства девочка стала проявлять артистические способности. Любила дома устраивать импровизированные концерты для родителей и дедушки с бабушкой. В детстве Юля с родителями и старшей сестрой Дианой на 5 лет переехали в приморский город Одессу. Кроме школы, Юлия также посещала бальные танцы и балетную студию. Любимым предметом в школе у девушки был английский язык. Увлекалась написанием стихов. После школы девушка некоторый период обучалась в вузе на дизайнера одежды. Первой профессией, которую освоила девушка, была работа бортпроводницы в авиакомпании «Аэрофлот». Этой специальностью Юлия увлеклась из-за высокого заработка, постоянных переездов и общения с большим количеством людей. Перед тем, как Юлия решила стать певицей, ей пришлось работать в различных сферах. Трудилась флористом, шила одежду, а также работала танцовщицей. Впервые Юлия выступила как вокалистка летом 2016 года. Именно тогда девушка серьезно задумалась о карьере профессиональной певицы. Юлия начала усиленно обучаться навыкам пения в вокальной студии «Вокал Микс». В этот же период девушка меняет фамилию на девичью фамилию матери, более звучную для сцены – Зиверт. Именно эта фамилия сегодня значится в паспорте певицы. Первую песню Зиверт презентовала весной 2017 года на своем YouTube-канале. Летом этого же года вышел дебютный клип певицы. Вскоре девушка присоединилась к лейблу «Первое музыкальное издательство», на базе которого работают такие известные артисты. Каждая песня певицы становится хитом. Среди них такие известные и всеми любимые композиции, как «Анестезия», «Чак» и «Лайф». Первый мини-альбом певицы «Сияй» вышел в 2018 году. В него вошли 4 яркие композиции, которые сразу стали любимы среди слушателей популярной музыки. В октябре Зиверт стала гостьей шоу «Воли» на ТНТ, где рассказала о проблемах с шеей, из-за которых на несколько месяцев приостановила творческую деятельность. Справиться с недугом ей помогла запись нового альбома. Пластинка получила название «В мире веселых» и вышла 27 октября прошлого года. В феврале артистка записала видеообращение к поклонникам, в котором объявила о приостановке творческой деятельности и отмене концертов в связи с ухудшением самочувствия. При этом Зиверт обещала не уходить из голоса и довести проект до конца. Ее концертная деятельность пока приостановлена как минимум до осени. Смотрели проект Star Facts, и с вами был Берик Сансызбай. Увидимся в новом выпуске в эфире главного музыкального. Всем пока!